Всем доброе утро. Мы ночевали у Рушана сестры. Ой, Булечка, Рушан уже ушел на работу. А я еще немного поработала дома. Вот, сейчас я домой еду. Вернее, иду. Рушан уехал на машине, а я пойду до дома пешком. Наверное, минут 30 идти. Так что на улице, говорит Рушан, очень холодно. Сейчас выйдем. Такие подъезды страшные здесь. Ну, это 9-этажка. 9 этажей. Ой, блин. Ой, здравствуйте. Очки. Ребят, снег идет. Да нет, в принципе, я бы не сказала, что холодно. Может, Рушану в машине было холодно. Потому что машина была не разогретая. Так что он сегодня, его до 10 вечера не будет. А мы сегодня планируем... Просили Колесникова, но они же не разбираются. Да, в принципе, я тоже не разбираюсь. Но в метро, да. Не ориентируюсь по Москве. Ну, думаю, не пропадем. Поедем на ВДНХ погулять с детками. На метро, да, на троллейбусах будем передвигаться. Так что всем хорошего дня. Побежала домой, сварю кашку, Рушан. У сестры позавтракала, я ему вчера обед приготовила на работу. Он всегда на работу обед берет, их не кормит. Я то... Бывает, один обед готовлю, бывает, два. Это смотря, как я его утро покормлю. Если он просто чай хочет попить с утра, то я ему уже готовлю два обеда. Собираю в два контейнера. Чтоб он в обед покушал и ближе там к вечеру, часов 5-6. Вот. А если там уже поплотнее, конечно, то я уже один обед собираю. Что он говорит, не влазит в него. Да и все. Возникает, пузо у него там какое-то растет. Так что, все, я иду. Поднимаюсь домой. Настенька. Всем привет, мы уже оделись и выезжаем в город. На ВДНХ едем. Ждем троллейбус, подходить. К остановке троллейбус уже ушел. На троллейбус поедем, да? Вы первый раз на троллейбусе едете, да? Так что поедем на троллейбусе. Едем с Настюшкой на троллейбусе. В самом впереди сидим, да, Настя? И как тебе? Нравится? Здорово, да? Едем до метро. Мы уже пересели в метро с Настей. Едем в метро, да, Настя? Я представляю поле сейчас. Никита здесь. Нам до какой станции нужно ехать? Забыла, да? Эх ты, козочка. Китай-город, да? Потом сделаем пересадку и доедем до ВДНХ. Все, едем. Никита познает карту метро. Наверное, не видно? Вот так видно. Настенька, беги тоже, беги. Здоровайся с Кузей. Скажи привет. Привет, Кузя. Не, фоткать мы не будем. Да. И Чебурашка. Чебурашка, домовенок. Вот так вместе, мам. Это как в этом. Подходим уже к ВДНХ. Ого, как зря. Ой, слякоть. Ну, красиво, снег идет. Погода вообще высшая. Настенька, как тебе погода? В Москве здорово, да? Снежок идет. Никита, тебе тоже нравится? Слава Богу. Такая вот красота здесь. Посмотрим, погуляем. Заходите. Кто еще пойдет? Заходи, конечно. Все, только пока не остановится, вы не выходите, хорошо? Поехали. Зашли в сказочный лес. Настенька, ручку. Видно? Солнышко. А что это значит? Не знаю, какие-то качели. Пойдемте дальше посмотрим. О, качельки. Пойдемте, может, на место будет.
Настя, садись. Садись. Никиточка, садись. Здорово. Такие здесь качели. Максим, садись с ними. Садись, ты чего? Подошли мы уже к катку. Сейчас я покажу. Каток. Здесь у нас ракета. Осталось самолет поставить. По-моему, в том году не было. Санька, вот здесь смотри, вот здесь вот видно все. Каток. Просто я не помню, что в том году был этот самолет. Детки смотрят. Это настоящий самолет. Да, конечно, настоящий. Здесь учиться очень будет сложно. Ракета тоже настоящая. Солнышко, я точно не знаю. Скорее всего, да. Мы уже идем обратно. Никита здесь ловит снежинки. Никиточка, что, поймал снежинку? Да. Покажи нам. Где? Где? Ага, красивые снежинки. Ой, какая красивая, да? Настенька, ты поймала? И Настенька поймала снежинку. Ага, побежали догонять наших, а то мы отстаем. Какая красота здесь. Очень красиво. Ой. Нет, зайка. Все, побежали, да? Да. Ну ладно, побежали. Настенька, тебе понравилось? Настенька устала идти. Я говорю, давай на руках тогда пойдем. Раз ножки у нее устали. Она не хочет. Вот идем. О, Никиточка. Виталиночка идет, здесь снежинки ловит. Да, Изичка? Покажи, как ты ловишь. Виталиночка. Ну все, снежку включила, да? Ну да. Все, спускаемся, мы уже в метро, здесь такая толпучка, Никита, Виталиночка, Настенька со мной. Очень много народу, еле прошли, все ноги вымочены, у меня вообще все мокло, там такие лужи, все тает, все мокло. Замерзли, наверное, скорее всего, уже домой поедем. В автобусе, ну конечно со всеми, но она просто прилипала, у нее есть такое, да, липучка. Вот мы уже едем, все, мы уже домой едем, раз замерзли, ноги мокрые, да, все влезли в лужу, да, ты тоже влезла? Да, все, теперь промокла. Промокли ножки, да? У всех промокли ножки. И просто еще вылазит. Да? Ну все, сели мы на автобус, сейчас мы поедем. Идем с Настенькой в магазин по мосту. Вот такой вот мост у нас. Да? Идем с ней вдвоем, посмотрим как раз там на елочку. И мне надо будет купить продукты, чтобы Рушану на завтра приготовить обед, да и ужин на сегодня. Так что идем в магазин «Карусель». О! А дядя Рушан? Где елочка, Настенька? Пойдем посмотрим. Красивая елка. Елочка красивая стоит. Как? Подниматься. Ага. Пойдем уже в магазин. Ну, в магазин. Ну да, вот заходим в магазинчик. Возьмем тележку. Тележку ему брать. Так. Здесь поменьше. Или просто в руках все таскать? Ну, сейчас найдем, наверное, где-то возле кассы. Вот такую штучку нам надо взять, да? Корзинку. Где-то надо найти возле кассы. Надо возле кассы поискать. Сейчас поищем.
О, нашли. Давай, бери, Настюшка. Не так, зайка. А, все, 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 поставь, она сломана. Мы ее брать не будем. Пойдем дальше. Искать. Вон они стоят, сколько их там. Смотри. Иди давай, Настенька. Стой. Давай, вот это да. Вытаскивай. Я все помню. Вот это давай. Вот смотри, вот это вот вытаскивай сверху. Да, вот так. Молодец, так. Все. И вот так. Все, поехали. Пока пустая, вези ее. Ага, таскать тяжело будет. Молока нет, которое нам нужно. Только домик в деревне по 70 рублей. Потом вот такое молочко здесь, что это правильное молоко. 81 рубль. И все, нету молока. И варежки свои не забудь. Разложила. Оставь здесь, стороночку только поставь. Умница. Молодец, Настюшка. Ты умница, да? Идем по зимней сказке. У нас уже стемнело. А мы еще идем. Да, мы все идем. Тропинка узкая, идем, а друг друга спотыкаемся, да, Настюшка? Да. Ну, мы уже подходим к дому. Сейчас уже будем заходить, и я буду кушать, готовить, начинать. Я тоже. Ты тоже, да? Да. А, да, значит, мы с Настенькой будем готовить. Пришел Рушан с работы. Кушает. Вкусно? Проголодался? Да. Кушает. Дети балдеют, они их кидают, они прилипают к потолку. Висят, потом падают. Они рты открывают, ловят ртами. Нам потом подпишите гречку идется. Серьезно, почему? Потому что они жирные? Ну, если следы останутся, тогда я потом. Не кидайте на потолок! Да, лучше не кидайте в потолочку. И будем собираться уже к Айгулечке. Все, вышли мы из дома. А на улице снег до сих пор сыпет. Да, такой мелкий. Уже все в снегу засыпало. Конечно, погода радует. Дети хоть зиму увидели. О, машина сюда. Да, и мы тоже. Засыпало. Не, ну у нас же такое частенько. Ну, ты вспомнишь прошлую зиму? А, ну да, на Новый год дождь шел, да? Ага. Кстати, а он там вот видел, смотри, я сейчас не знаю, увидишь, нет? Ну, или зрителю видят, надо вот сюда сейчас пройти. Сейчас я пройду немного. Сейчас иду. Ай, у меня еще... Вот здесь, смотри, это, сейчас видят, нет? Сердце выложили, видишь? Ну. Красиво, да? Ну, да. Не видно. Фокусировка, пожалуйста. Сейчас. О. Сердечко выложили. Потихоньку. Собрали Рушану опять портфель. Обед собрала ему, приготовила на работу. Завтра опять работает. А я только с 15 числа где-то буду работать, да, Рушан? Что, холодно здесь? Сиденье с подогревом, потому что очень холодно сидеть. Холодно, Рушан. Наверное, надо будет опять поджопники какие-то таскать в машину. Диана, у нас сегодня хромоножкой стала. Я сегодня пока до дома дошла. Получила травму? Нет, я не падала нигде, ничего. Я на мозоль себе натерла, я не знаю. Снеговик ей ногу напинал. И это... после вчера мы на горке катались, меня сбили, я полетела и ладно, руку вывихнула. Так, кстати, а рука как? Болит сегодня. Даже не проходит. И я еще плюс ушла, но у меня здесь все в синяках, у меня задница болит.
Ну как ты хотела, активный отдых, он без последствий не бывает. Ну да. Только я буду кричать по ночам, душам. Чего страшного? А я не слышу же. Ладно. Ты же ночью все. Сопишь, сопишь. Все. Всем пукаешь, пока. Пукаешь. Пока-пока. До завтра. Всем пока.